الحمد لله الذي خلق فقدر وأقصر تقديرا والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أرسل بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وقدروه ونصروه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بتن بارك في يوم سنبارك her başısına takdirinde birine bir şey ol yazmışsana mükemmel bir kişi Allah Rabbimize ve Harbisine her noktav kurulularımız bu sayede. Alemler yaratmak için güldürülmüş, dünya kırın taksimizde sebep kurulan Allah'ın hak bitçisi, şeker bendesi, Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hayır dua selam veririz. Ümmet-i giden kumelerimizde noktavsız salat-ı şerifelerimizde bu sayede. Allah'ın birliğine, Peygamber'in hakkında iman getirip, can malların kazanmış iman, İslam'ın bütün alemlerine yetkili için tırışkan Ehl-i Beyt'e, sahabe-i keramlarına hem kıyamet gününe kadar alırlar bütün izniyete, iyiliğe, umduğun önünde tırışkanı olsaydı. Allah'tan başka mahmud bir hak yok ki yalnız özgüne iken iki bu vakitini bilen, cümlemizde imanlarımızı hayırlı, izgi amellerle nurlandırıp yaşayanlarına Rabbim Allah nasip eylesin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakkı için süsü gelmedesi iken iki bu vakitini bilen cümlemizde sünnet-i seniyesine iyerek ümmeti bulup yaşadıklarınızı, ümmeti bulup dünyadan kuşularınızı mahşer meydanında da ümmeti bulup kovarlık Allah'ın rahmetine Habibi sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine şerifelerimizin nasip ve müyesser olsaydı. Dillerimiz yansat olan, Allah'ın bu işin ödemizanında olup olan bu mübarek şehadet kelimelerini birgeleşip ettik. Birgenlerimizi tekrar ve birgenlerimizi inşallah yüreğine bulalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la праздник, почему еще
потому что жизнь продолжается. Из этого мира никто не имеет права уходить, кроме как по предписанию Всевышнего. А жизнь – это огромный и священный дар, огромная ценность и священный дар Всевышнего Творца. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что жизнь в этом мире есть жизнь вечного бытия. Да, не как в раю. Совершенно отличается. Первое дело Адама, алейхиссалям, Всевышний через Джабраиля, алейхиссалям, научил, как пахать, сеять, собирать урожай и как хлеб печь. Это благословенный труд. В Болгарах, я позавчера был в Болгарах, посетили шейха, 41-го внука пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, шейха Абдур-Разак Саади, который там вел уроки, и сейчас там, иншаллах, на следующей пятнице будет проводить у нас пятничную молитву, иншаллах. Одна бабушка была, она и участница войны. И очень праведная бабушка. Алия. До 100 лет только 2 месяца не дожила по солнечному календарю. А по лунному и за 100 переварила, 103 года. Она говорила: «Хазрат, чем 70 лет лежать в могиле, жизнь так ценна. Лучше в жизни на этой земле хотя бы раз произнести «Ля иляха илляллах» Мухаммад Расулуллах. Нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха и Мухаммад посланник его. Это дороже, чем 70 лет в могиле лежать и ждать окончания мира. Всевышний и этот мир создал, и нас в этот мир послал». Мы на прошлой пятнице смотрели тафсир суры Аль-Исра, где Всевышний говорил о уважении и почтении к родителям, о заботе родителям. وَقَدْ رَبُّكَ أَنَّ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Всевышний предписал и установил не поклоняться никому, кроме Него, и о почтении к родителям с праведностью. И при жизни удостоиться их благословения и молитвы, и в словах, и в делах, даже когда они вернутся в мир вечности, не забывать их и упоминать в молитвах. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Иза мата линсан укатаа амалуху илля мин салас». Когда человек умирает, возвращается в мир вечности, все его деяния прекращаются, ни намаза нет, ни поста нет, ни погрешить не может. «Илля мин салас», но есть три деяния, которые не прекращаются даже после смерти. Садата Тинджария, если ради Всевышнего сделал такое пожертвование ради Всевышнего Создателя, надеясь на его воздаяние, Саламандамадите, построил мечеть или хотя бы кирпичик, гвоздь один туда внес в это строительство, или словом, или делом пошел, помог раствор таскать или кирпичи таскать, или вырыл колодец, из которого пользуются люди, или посадил дерево. В любом общественно полезном деле, если он участвовал, люди от этого радуются и имеют пользу, ему до окончания этого мира саваб пойдет и будет записываться в книгу его деяний. Амен дефтерина. Прожил 60-70 лет, может, и грехов предостаточно, а что может? Кто может сказать, что он безгрешен?
то даже скажет самый грешник, он будет. Пока азан произносится, молитва исполняется в этой мечети, или в этом медресе уроки, или из этого колодца люди воду пьют, или из этого дерева фрукты, едят люди и даже животные, или под тени его даже отдыхают, ему салам записывается каждый день, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И это может перевесить все деяния и грехи, которые у него были при жизни. Ауаймин юдафа убихи. Или если он при жизни научил кого-то полезным знаниям, будь то чтение Корана, письмо, фитков, или какое-то полезное ремесло, научил его плотницкому делу, или как за пчелами ухаживать. Он ушел из мира, но ему воздаяние все равно будет идти каждый день, а у Галяги Саляха Ядуляго, или после него остались праведные дети, Ядуляго, и если они будут молиться за них, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И эти воздаяния, саваб и аджир, могут оказаться даже больше, чем он накопил при своей жизни. Хотя и при жизни самые меньшие воздаются за добрые дела, один к десяти, а даже и больше. Затем мы видели слова пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Рабима анфун, тумма рабима анфун, тумма рабима анфун, раджулин أدرك أحد أبويه أو كلاهما عنده الكبر ولم يدخل الجنة. Носом по земле будет кататься, будет опозорен тот человек, при жизни которого родители или один из них достиг престарелого возраста, постарел и двигаться уже не может. И если этот человек не заботился о них, и он не вошел в рай, не получил их благословение, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Забота нужна. Да потому что самые добрые обычаи и традиции передаются прежде всего от родителей. Одну треть жизни человек, прежде чем стать человеком, проводит в объятиях своих родителей. Самые наимилосерднейшие, самые любящие, несомненно, это родители. Ему и хорошие привычки прививать, доброе воспитание давать, и заботу о том, чтобы они получили полезные знания, которые помогут ему их ребенку, дитя, жить в мире и спокойствии, уверенным в этой жизни. А это без веры, несомненно, не может быть. Вместе с тем, что Всевышний посылает и посланников своих, посылает и пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и пророков, и завершители миссии всех посланников, создателя в этот мир народу, он еще каждому человеку прикрепил самых наидостойнейших, самых пасковых, самых желающих добро своего дитя, отца и мать, чтобы они с любовью и лаской, находя в нем свое продолжение, выполнили свой долг, священный долг, перед Всевышним и перед потомством. И так из века в век передается духовно-нравственные ценности. И дальше мы видим,
удивительный аят. Заботиться об отце и матери. Если не будешь заботиться, не получишь их благословения, то и рая не видать. Это, об этом ясно говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Не просто так, это предки. Они уже устарели, ничего не понимают. Дураки. Посмотрите, дураки не были. Мы сейчас готовимся к 71-й годовщине Великой Победы над фашистским врагом. Перед войной только мечети было разрушено 14 500. Более 60 тысяч имамов и ученых ислама были репрессированы. Не только мусульман. Тысячи и тысячи, десятки тысяч представителей духовенства других традиционных конфессий, православных и других. Основа всего общества. Но когда враг пошел на нашу отчизну, наши отцы и деды с великим мужеством, забыв все обиды, взяли за оружие и дали отпор врагу. И водрузили флаг победы на Христах. Сегодня не только на Западе хотят перевернуть всю историю и заказать, что они победили фашизм, когда был открыт фронт второй. А раньше до этого вторым фронтом называли консервы. Но и у нас многие из молодежи не знают, как это перенести. Какая беда была. Наши родители, деды, бабушки, они знали цену родину, отечеству. И не сравнивали ее ни с партией, ни с тем, что происходило тогда. Враг напал, значит, нужно защищать. И сейчас мы тоже видим в мире, что происходит. Поэтому сплоченность общества начинается, несомненно, с семьи. Семья – это оплот державы. Если нет почтения к родителям, к старшим, если порушены родственные связи, даже родные братья и сестры, если не хотят, не знают ни возможность, как говорить, не хотят, если знать, то, несомненно, это общество порочное, и беда рано или поздно в это общество придет. В продолжении суры Всевышнего нам говорит: «Варати гадборба хаппаху вальмискина вальмассабили, варату гадвер табзира». إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Ты не только о родителях заботишься, но и о близких, родных, о сестрах, о братьях и других близких родственниках. И, несомненно, дай им долю из того, чем тебя Всевышний наградил. Есть достаток, даже есть и средний достаток. Ты выдели им долю. И бедным, неимущим, и кто остался в пути без средств к тому, чтобы достичь своей отчизны. Вот эту бенфель табзира. И в этом не расходы огромную часть, чтобы потом самому не ходить с протянутой рукой. Но в твоем имуществе, в твоем достатке и родным, и близким доля, несомненно, должна быть. «Инналь мугаддирина кану ихвана шайатин» – подлинно тратящие средства бездумно, а не
были и есть друзьями и братьями шайтанов, говорит Аллаху Субхану ва Тааля. Ученые говорят, бездумно тратить то, что ты потратил на семью, то, что ты выделил родным и близким часть, это не трата. Потому что даже буханку хлеба домой принес, или пошел к родственникам, им какой-то гостиниц понес, Всевышний один к десяти ему записывает ангелы, 10 буханок было. И в судный день никто не сможет это отрицать. Пустая бездумная трата, бесполезная трата на харам, на излишество. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже когда новую одежду одевал, эту он еще более нуждающемуся человеку отдавал и этим подавал пример. 2-3 от силы, а не по десятку. И одежды должно быть. Во всем умеренность, несомненно, должна быть. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. А шайтан, несомненно, в отношении Господа своего был отрицающим. Он всегда подстрекает к тому, чтобы не исполнялись Божьи заповеди. Если кому-то захочешь что-то преподнести из своего достатка, говорит, а тебе что останется? Завтра будет или не будет? А вдруг потоп? А вдруг пожар? Это все наущение шайтана, а правоверный, верующий человек, он точно знает, что тот, кто создал с любовью, он и накормит. И если даже, когда видишь на них, у них недостаток, нужду их, когда ты видишь, и от милости к ним, ты вынужден глаза свои отводить и надеешься на милость Всевышнего, и тогда ты, если не можешь, хотя бы добрым словом им помоги, говорит Аллах Субхану Ва-Тааля. И как учил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, хотя бы половинкой финика или добрым словом, но не отгоняй никого, даже просящего. Анна Сибн Малик, радиаллаху анху, аннаху кал. Анна Сибн Малик, радиаллаху анху, передается этот хадис шариф. Он говорит, а зараджу мин бани тамим иля Расулиллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. Один человек из племени Бани Тамим пришел к пророку Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и говорит: «Я Расулуллах, инни ду малин кафирин, ва ду ахлин ва варадин ва хадирин, фа ахбирни кайфа унфик, ва кайфа асма». О посланник Всевышнего, у меня много и достатка, богатства предостаточно, но много и родных, и детей, и друзей. Скажи-ка мне, как мне тратить из этого богатства, из этого достатка? Что я должен делать? Факали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отвечает ему: «Тухриджу зеката мин малика инка, фа инна тухрадун тутахируке, ва тасилю акрибалеке, ва тарифу хакка саили, ва джари, ва мискин». Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отвечает ему: если у тебя есть достаток, ты обязательно должен вынести из него закят и раздать. Закят – это 1/40 часть, 2.5% всего. Но если ты его не выведешь, весь твой достаток будет считаться грязью в храме. Семь с половиной тысяч мечетей построили сейчас. За последние 15-17 лет. Но все хуже. Некоторые общины вынуждены отказываться переходить на дрова. Не находят средства для того, чтобы заплатить за отопление и за свет.
из городов. Подавляющее большинство имамов ходят по всем фирмам, прячут, чтобы как-то в этом месяце заплатить за свет и за отопление. Правильно это? А до революции тоже тысячи, тысячи мечетей было. Их люди строили, наши предки строили. И существовали и при каждой мечети, при каждой общине, даже в деревнях и медресе обязательно были. Дети, когда туда шли, каждый со своим поленом шел. А полено не нужно писать. Только ручка нужна, бумага. А полено для того, чтобы отопление там. Каждый свою долю вносил. Даже девочки шли к супруге и маме, тоже со своим поленом. И 85% грамотность среди мусульманов и так далее. Алхамдулилля, часть бизнесменов понимает это, что богатство – это не цель, оно дается Всевышним. И в этот мир он пришел без штанов и вернется в мир вечности тоже так же. Поэтому помогать и родителям, и близким, и соседям, и неимущим, это, несомненно, долг и перед Всевышним. И первая его часть, обязательная часть, это закят. Скоро Рамадан. Для того, чтобы выводить закят, должен пройти год. По лунному календарю, не по солнечному. Большинство, те совершают этот обязательный обряд. Закят делают это в месяц Рамазан, потому что действие фарос, исполненное в Рамазан, записывается в книгу Деяний как в 70 раз больше. Годовой закят, раздав неимущим, в книге Деяний ангелы записывают, как будто он выдал закят за 70 лет. Эту бухгалтерию тоже надо вести, потому что отчет каждому предстоит. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если есть у тебя достаток, имущество, богатство, ты выдай из него закят неимущим, фаиннаха тухаратун тутахбирука. И это будет для тебя чистота, она очистит и тебя, твое сердце, и твое имущество будет полностью халяль. На этом закончилось? Нет. Вот посылу акриба ака. И будешь поддерживать родственные связи со своими родными и близкими. Вот арифу хакка саи, вальджари, вальмискин. И в то же время будешь знать права и того, кто пришел к тебе с протянутой рукой, и права соседа, и права неимущего, без имя, у которого вообще ничего нет. Сайя и мискин, какая разница? Тот с протянутой рукой, он тоже факир, нищий, а мискин тот, который не ходит с протянутой рукой. И люди не поймут, очень скромный он или нищий. Даже таких людей, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вы должны смотреть среди своих соседей, в своей деревне, на своей улице, в своем районе. Помогите хотя бы частью. Мы видим, как по телевидению показывают детей, которые нуждаются в помощи на операции или что. 70-50 рублей – это ничто. Многие говорят, не знаем, куда это пойдет. Но у тебя нет намерения, должно быть, ради Бога это сделать и помочь.
И это тоже, несомненно, запишется в книгу твоих деяний. Попали я, Расул Аллах, а ты ли? И этот, который сначала говорил, у меня и достаток, и детей много, и родных много, и друзей много, и говорит, о, посланник Аллаха, может, мне чуть-чуть поменьше сделаешь? Еще тут день, то пришел просить, и соседям помогать, и мискинам помогать. Может, мне чуть-чуть поменьше сделаешь? فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вот этот аят прочитал. Это не только я тебе совет даю, но это повеление Всевышнего, он говорит. И родным отдай их, дай им долю. И мискинам, неимущим, и тем, кто в пути, ولا تبذر تبذيرا, но бездумно не расходы. فقال حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد ضرعت منها إلى الله وإلى رسوله. Достаточно, достаточно, я رسول الله. Если я из своего достатка имущества закят выведу, отдам тому, кого ты пошлешь, чтобы ты раздал бедным, тогда я освобожусь от греха, спрашивает он посланник пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Перед Аллахом и его посланником буду честь. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Наам, иза аддайта иля Расули, факада барита минха валяка аджруха ва исмуха адаман баддаляха. Да, если ты выполнил закят со своего имущества, раздал бедным или через моего посланника ты прислал, тогда ты очистишься от греха и выполнишь долг свой перед Всевышним, тебе будет воздаяние саваб, а кто потом нарушит его, даже через кого-то передал сказать, то грех будет только ему, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мы видим в другом аяте суре Ан-Нисар. Всевышний Аллах не только в этом месте суре Исра, а во многих местах, где говорит о намазе, о вере во Всевышнего, несомненно, говорит о том, чтобы тратить на пути Всевышнего, помогать и родным, и бедным, и немощным, и сиротам. И также мы видели вдовы. Причем тут вдовы. Толхатна. А чтобы они не опустились до того, чтобы грехом своим телом, чтобы не зарабатывали на хлеб. Все общество перед Всевышним тоже за это отвечает. Вот здесь сегодня мы сами видим. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. И поклоняйтесь Всевышнему и не присоединяйте к Нему соучастникам ничего, и творите родителям своим праведные добрые дела, и близким родным своим, и сиротам, и нищим, и соседям, и друзьям, и те, кто в пути остались без средств существования, и тем, кто находится под руками вашими. На днях только мы увидели во время прямого эфира президента нашей страны, когда люди, работающие на заводе, говорили, мы как рабы на острове Шикаха. В ужасающих условиях живем. Месяцами зарплаты не видим. Бросить все и уехать не можем, кругом вода. Это грех не только перед властью, не только перед президентом, перед государством. Это грех и перед Всевышним. Если человек не заботится о тех, которые находятся под его властью, под его рукой и на его пропитании.
İnna Allah'a la yuhibbu men kana muhtalen fakhura. Всевышний не любит тех, которые горделиво кичатся своим достатком. А ты из него трать. Незаметно. Аль-Ядуль Улья хайру миль-Ядуль Суфля. Дающая рука, она превыше перед Всевышним, чем берущий, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Те, которые жадничают, и людям повелевает только жадность, не только сами жадничают, и другим говорят, ну зачем ты даешь? Пропьет он все равно. А ты даже как-то даешь, и знаешь, что может он даже пропьет. Скажи ему пару ласковых, хороших слов. Может, сердце его западет. Или обмани его. И хотя бы несколько предложений ему, добрых, хороших слов и советов дай. Используй это. Юсуф, алейхиссалям, даже когда в тюрьме сидел, и то там два раз говорил. وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. И скрывает то, что Всевышний наделил их из достатка, подлинным, как отрицающим добро. И даже Всевышнего Создателя, которые говорят, ну мы сами заработали, кого-то зачем мы должны раздавать? От одного лильтафилина адаба мухина, позорящие и унижающие наказание мы приготовили им. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. А те, которые тратят из своего имущества и раздают лицемерие на показуху, чтобы показать себя лейтенантом и обязательно мраморные доска, они не уверовали по Всевышнему, не веруют. И в судный день, подлинно, кому шайтан будет другом, позорней у него друг и приятель, говорит Аллах Субхану Тааля. Вот из этих аятов мы видим, что в этой жизни, да, есть толпы ислама, вера, намаз, пост, закят и хадж. Но на самом деле это все для того, чтобы люди оставались людьми и не опускались до достоинства, до степени животных. Когда мы видим животных, доходят до крови, до драки из-за куска кости. Из-за кости. Уверовавшего Всевышнего, всю свою жизнь человек должен стараться сохранить свое человеческое достоинство. Стараться удостоиться милости Всевышнего, зная и твердо помня, что дающий пропитание Всевышний Создатель Аллах Субхану ва Тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واهد من خذل الدين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا
okuttum tarafını bakın sonra. Allah'ım.